здесь у нас находится Пятерочка большая. Сбербанк. Здесь, кстати, где-то аптека новая. Не помню, как она там называется. Да, опять мама со мной. Мы идем сейчас в перекресток. Диме за творожком, потому что в перекрестке у меня начисляются рубли. И потом их можно потратить. Потом пройдемся вон там, наверное. А то здесь вдоль дороги неудобно вообще идти. Хотя там, кстати, тоже маленький небольшой парк такой. Идем по другой дороге. Такое здесь все заросшее. И тут прям такие классные. Синёчек такой. А я не рад вам. Такой маленький райский уголочек. Смотрите, нашла я дуванчики. Их уже почти нигде нету. А вот здесь прям лужайка. Тенечки. Здесь чуть-чуть солнышко. Маленький такой райский уголочек. Здесь вот что-то, видать, косили, что ли. Машина приезжала. Красота какая. Когда их уже нигде нету, то радуешься. Да, мы же в магазин сходили, идем домой теперь. Да, идем домой. Дома покажем, что купили. Собралась уже уходить и увидела какие-то странные одуванчики. Точно такие же, только они какие-то оранжевые, желтые, не желтые даже, оранжевые, коричневые какие-то. Такая же у них вроде ножка. Тоже странные одуванчики, переросли, что ли, они. А они, наверное, есть разные, есть которые становятся беленькими такими, а есть, наверное, которые не становятся какие-нибудь. Ну, там вообще классно, какие-нибудь странные, короче. Диме дала одуванчик. То их нигде мы сегодня вообще их не нашли. Да? Да? Да, у тебя одуванчик? Да? Тебе мама одуванчик дала, да? Да? Одуванчик тебе мама дала? Да. И шапочка у тебя, да? Шапочка у Димы сегодня. Димочка спать уже хочет. Все. Дима сейчас придет домой, будет кушать и спать. Ложится на обеденный сон, да? Спать будешь сладко-сладко, да? Сладко будешь спать? Да? Нагулялся. Здесь, кстати, мы с вами еще не были. С этого ракурса. Два шага сделали. Смотрю, растет здесь чего-то. Думаю, дуб, что ли, молоденький такой. Обычно мы все привыкли видеть большие такие, мощные, большие дубы. А вот именно маленького малыша я первый раз вижу. Смотрите, у него там, у него даже ствол там тоненький довольно.
чем бывает. Маленький. Здесь у него были цветочки, видимо. А, ну вот они. Зарождаются эти. Как их? Желуди. Маленькие. Слушайте, давно не видела дуб. А маленький я вообще первый раз вижу. Класс. В конце лета с вами придем сюда и посмотрим, появились там желуди или нет. Ну, я думаю, должны. Вот они, маленькие. Детеныши вроде... Ну да, 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 это они. Маленькие, вы хоть раз видели желуди? Вот теперь видите. Такие у него листочки. Дима распелся на заднем фоне. Чуть-чуть опять два шага сделали, смотрите. А тут другой дуб. Более волнистые у него листочки. Видите, какие? Волнистые более. А вот у того они более как пальчики. Вот они, видите? Не так, может быть, видно? Еще солнышко. Но стоят два дуба совершенно разных. У этого, кстати, нету... А нет, вообще-то есть. Ладно, в конце лета придем посмотрим. Тут тоже кто-то стоит у нас. Сейчас давай посмотрим, что у нас тут находится. Сейчас идем все. Здесь тоже у нас кто-то. Забыла, кто это. Какие-то... Тоже придем потом с вами в конце лета. Зимы, хотела сказать. В конце лета придем с вами посмотрим. Что такое здесь у нас растет? Птички здесь. Да, с этого ракурса еще не была. С этого уголочка. Наша мороженка точно растает. Надо домой бежать. Покажу сразу, что купили. 4 мороженых таких. Они еще, кстати, не растаяли, пока мы так долго шли. По 37 рублей. Здесь 33, здесь 25. Вот. Получилось у нас на 413 рублей. Что-то, видимо, тут... Нет, горшок. А, горшок 53 стоил. Биотворог 25. Мороженое 37, 38 даже, чипсы 33, ну да, в принципе. Вот. Здесь вон какой. По 3 штуки, я первый раз такое вижу. Побежал, побежал. Вот. Забрала, кстати, последнюю. Дочка с сыночкой, кстати, по 18 они, но я решила не идти туда. Потом под заказ сделаю. Русская картошка мне что-то вдруг захотелось, 33 рубля. И горшок, я цветок пересаживаю. Дим, куда лезешь? Ты куда лезешь? Раздевайся. Пересаживаю цветок, и мне нужен был горшок. 18 сантиметров. У меня как раз цветок 15, а здесь 18. Будет классно. Сегодня пересадим. Кстати, вместе с вами пересаживаю. Вот, и мы будем кушать. Ай, что ты?